Еле творожок съели. Вот они. Все, мне на лицо нанесла вот эту маску тонизирующую. Как раз я сейчас плакала, чтобы завтра красноту хоть чуть снять. Я люблю, когда продукты заканчиваются. Там маска, пленка. Тут не написано, видите? Люблю, когда что-то заканчивается, наконец-то, потому что вообще мне уже достали маски от Avon. Ничего такого не покупаю. Смотрят, с кем я разговариваю. Вот, потому что у меня вот есть запасы. Ну и слава богу, что вот уже заканчивается. Да, сыночек? Мясо хочу, скажи. Мясо хочешь, и все. Не, давай сегодня у нас черти чё. Если уж есть, то есть тогда уж вот эти. Ой, у меня так желудок разболелся, пипец. Я уже два панкреатина выпила, омепразол. Мне вдруг это вот эта херня вот портит желудок. А я специально пью, вполне может быть. Я говорю, Захар, давай вот это что-то съедим тоже. Двое и трое суток это не ешь. Потому что на завтрак ты ешь кашу. Сегодня вот эту ел. Она, оказывается, безмолочная. Хоть она и для сна. У нас все меняется через задницу. Вы скажите, вербочку надо было убирать или нет? Я вот первый год ее оставила. Ну что ты хочешь? Да мы только пришли. Захарка сразу пошел за едой. Знаешь, где у него этот еда? Даже вы знаете, мы уже неоднократно видели. Рука трясется, блин. Так, ну так вот я обрабатываю видео. Ну что, что ты хочешь? Честно, тебе держу пожрать. Только постоянно еду просишь. За 3 часа 8 просмотров. Должно было быть 88, скажем, или 108. 1008. Так, все, ну давайте я буду загружать видео. Забрюс. Видите, я не разбираю пакеты. Это он просто, вот он как бы тоже здоровается. Сам по себе такой котик. Ну, все, наверное, такие вот кошки. Стоит. Сейчас мышку завалит. Брюс, иди. Новый влог запустила. Этот. Пока все обрежешь, скомкуешь, соединишь. Я уже не знаю, мне полчаса или 40 минут, наверное. Не, ну полчаса точно. О чем мы... Писька! Письку! Письку не смотреть! Не смотреть! Письку это мое! Не смотреть письку! Ты че обоссал носки? М? Ну что такое? Я пока обрабатывала, сын уже снял памперс, да, подгузник. Обоссался. Холодно. Ветер поднялся. У нас, девочки, сегодня 14-е. Ой, мне же дали направление. Я даже вам его покажу. Не знаю, как мне лечить в больнице обычной, да? Ну, что естественно, то не безобразно. Поликлиника не знает, как лечить. Значит, доктор на мне. Вот, адрес скрою. Вот, направление к неврологу. Направление на консультацию. К неврологу, к БУС. Короче, в краевую клиническую больницу. ХДКП, не знаю. Ну, вот диагноз, например. Полинейропатия верхних и нижних конечностей. Форма нейропатии тройничного нерва. Фибромиалгия под вопросом. Короче, не суть, вот вы знаете теперь. Я сегодня позвонила, и мне сказали, знаете, что мне сказали? Мне сказали, что вот сегодня 14-е. Тут так. Ты что, опять писаешь? Сегодня 14-е.
мая, и мне сказали запись только на конец июня. Твою ж мать, а? Давайте разберем сумки. Я не записалась. Написала мужу. Что делать? Разруливай что-нибудь хоть уже. Так, перекресток. Пришли мы с перекрестка. Гуляли и пришли с перекрестка. Из лекарств. Два гематогена, чай попить. Ириска сливочный. Чё? Это же тоже гематоген. И с изюмом. Дальше. Хиробизол, рабипрозол, таблетки. Это типа, знаете, как омепразол. Ой. Дорого стоит. Мне другой вообще что-то назвали. Чё? Короче, я не знаю. Такие цены. 4000 что-то там назвали. Какую-то... невъебенную, извините, цену. Это мне выписывали еще осенью, когда я с ума сходила с желчным. Мне выписывали рабипрозол. Но я мужу уже такой покупала, когда у него желудок болел. По зиме вот. Нам стоит поругаться, потом у всех все болит. И я ему покупала препарат, называется Разо. За 300 с чем-то. Ну, в самой дешевой, правда, аптеке. Ну, в общем, вот этот вот мне обошелся 450. Ну, грубо говоря, 500 рублей. Ну, блин, ну это дорого. Что? Не, ну, конечно, они больше на упаковку тратят деньги, чем... Это какой-то новый противоязвенный препарат. Все приклеено. Что, где картинки? Есть что-нибудь там? Например, там, вылечили кто-нибудь. В общем, вот это вот. Потому что я такая, знаете, принимаю лекарства для своих нервов, а забыла, что мне нужно вот это принимать. Так, далее. Увидела по акции Фиталакс. Экстракт сены, блин, абрикос, подорожник, укроп. Ну, одну таблетку в день попробовать. И обычный наш советский омепразол, это мужу, чтобы было. И панкреатин. Мне вчера стало плохо от чечевичного супа. Я так думаю, я не знаю. Мне кажется, у меня желудок мой не принял. Хоть она была разваренная, переваренная чечевичка, но мне кажется, он ее не принял. Сыночек, мама сейчас тебя пойдет одевать. Только не падайте, я вас умоляю. Запихну. Здесь вообще им не место, а место в лекарствах у нас. Лекарства у нас вот тут. Но так как муж может что не найти, пойдем я одену тебя. Наконец-то я себе выделила, потому что, честно, я просто не могла выделить себе на это деньги. Так, это, ну, я, наверное, выкину. Я всегда смотрю на дно. Мне всегда жалко. Голодное детство. Так, зелень, петрушку. Кто пришел одетый? Зелень, петрушка, хлебушек. Муж жалуется, что ему никогда не достается вот эта начинка сырная. Ну что ж, будем знать. Сыр обычный, самый дешевый сыр. На черный перец закончился молот. Ой, ему, у нас он этот черный перец был года 3-4, наверное, если не больше. И вот только новый купила. И причем он именно такой же фирмой закончился. Дальше. Паприку не могла никакую найти, поэтому вот это что-то около 50 рублей стоит. Далее, что тут? Какую-то увидела для макарон сливочно-сырным соусом с курицей и грибами. Это Брюса. Вот он, блендер стоит. Мне муж дарил в том году. Да, по-моему, в том году на 8 марта. Браун вот такой. Что вам показать? Скажите. У меня тоже такое есть. Зачем нам это показывать? Ну, вот он, головной мозг его.
такой стандартный. Для кого-то стандартный, для кого-то нет. Моей мамы до сих пор нету ни мультиварки, ни такого. Мечтаю хлебопечку ей, она была бы счастлива. Ну, то есть, так, вот такой докторская колбаса такая вот на... Ну, на бутерброды. 160 рублей, по-моему. Плюс туалетная бумага. Самая дешевая. Такая вот. Дальше. Зубные щетки 3 штуки. Третий подарок. А то я папину уронила. Нет, не помыла, не почистила ей унитаз, дорогие мои. Нет, действительно уронила. За унитаз на пол. Фарш фермерский охлажденный, я такой уже брала. 400 грамм нам маловато, нам бы сюда еще бы 100 грамм, то бы, чтобы было где-то 500 грамм, полкилограмма. Но зато он самый дешевый. Сейчас я его буду жарить. Дальше молоко. Ой! Ой! Попадало все! Кубанский хуторок, но это, походу, с Краснодара тащат. Груши. Мы с Захаркой очень любим вот эти груши. Они и всю зиму были. Так. И я вот что-то так подумала и купила себе вот эту хрень. Что это? Цельные злаки номер один. Ну, в общем, ладно, взяла-то я не это. Не, товарищи, медовые звездочками нельзя. Раритетную штуку взяла такую. Она по акции была. И к нему вот я молоко взяла. Что, Брюс? Так, ну что, готовить надо мне. Хоть я и обещала не готовить. Потому что... Имею право не готовить, потому что папа нам не мотал нервы. Да, сынок? Но как я буду не готовить, если в конце концов мне есть самой? Во-вторых, сердце разрывается. Блин, мужик работает и голодный приходит. Он реально приходит голодный, что он съедает суп, тарелку здоровую. Потом ему второе еще подавай. И потом у него изжога, потому что он уставший, он его вырубает. Ему хочется прилечь, он устал тягать. Эти запчасти, долбанных клиентов терпеть, которые вечно чем-то недовольны. Я все это понимаю, но про себя я уже объяснила в прошлом влоге. Забыла, что у меня вот эта приправа есть, я ее добавила. Я всегда так готовлю, не обращайте внимания, у меня грязно, когда я готовлю. Потом протру. Я уже свои добавила приправы, потом вспомнила, что я вот эту покупала. Варю макароны. Такие. Молоко уже добавила. Грибы у меня опята были. Для близнеца это нормально. Кому бы вы ни пошли, но в любом случае вас поддержим. Поэтому, Александр, проходите. Первая невеста, вторая и третья. Мне ваш такой мужественный характер понравился, да? И у меня внучка старшая тоже Настя. Поэтому, ну вот я вас. Сейчас покажу марку. У меня уже один гематоген села. Мажора вот называются. Хорошие макароны. Фух. О, я так и знала, что он ее выберет. Это... Радио. Ну и ветер, вот мы еще за Харкой гуляли, сильно поднялся. Вот он прям. И он сейчас наболтал то, что... Этот ожидается дождь, град. Только града нам не хватало. Машину жалко. Вот. Наша-то она стоит во дворе. У нас нету гаража. Поэтому нас могут накрывать всякими одеялами. Понимаете? Коврами. Все, готово, все. Thank you.
Вот бытует мнение, что я такую обнаружила. У нас такие, блин, они дорогие, вы знаете. Мне такая не нравится, такая посуда. Захар, тут посуда. Отходим. И она, короче, расколота. Я ее оставила, думаю, ну там на шашлыки тут все ездить. Вот видите, она расколота. Отколота. Бытует мнение, это вроде целое, что нельзя посуду иметь. Такая примета. А, вот еще. То есть она вся расколота. А, красота. Все. Психанула, потому что не очень приятно ругаться. Сейчас надо мужу написать, что... Блин, где пульт, а? Ёлки-палки. Захар, он уже сам научился включать... Как он? Не роутер, как он? Сам, короче, туда на кнопочку нажимает вот здесь. Захар, неси пульт. Где пульт от телевизора? Это я мультик включу, иначе он не уснет ни хрена. Дуванчики такие жирные-жирные. Давно стоят, их никто не трогает. Красота, красота. Твою ж мать. А то, что обещали же с утра. Кто любит дождь? Когда он не дома. Когда не дома. Самое жесткое, это когда с Захаром попала. Он был маленький. Так я попала. Под ливень. Под ливень я попала тогда. Такое было. О, это пыль с дождем, кайф. Супер. Так, ну папа наш сейчас промокнет, ему лучше не идти. Пусть, блин. А это что? Ну все. Это пятерочка. Пятерочка выручает. Баклажан автоматный. Ой. Ну да. Написано запеченные блины. С клубникой. Сколько кружек, смотрите. Интересно, вот кто пользуется этими кружками? Прям интересно. Катя. Я? Да. Какая? Какими? Какими с кружками? Я тебе говорю, какими кружками я пользуюсь. Там одна моя. Моя тоже одна. Ну, остальные кто берет? Я чаи не пью дома. Я их тоже не беру. Сара била. Сара. Сала. О. И Захарки что-то тут тоже. Захар, ой, Брюс, я постоянно их путаю. Ну что, можно подумать, качество так себе. Не замшевые. Фантазер. Новинка. Вонять. Воняет. Дай Захарчику. Большая, небольшая будет. Но она такая, знаете, такая, как сказать, крепенькая, как по-русски это будет. Ну, толстенькая, плотненькая. Трусы.
Трусы. Пижаму все взяла. Большой размер. Специально. Ну, честно, даже рисунок не видела. Взяла. Большой размер там выбрала. Вот такой. Ну, что купили, если же покушать. В общем, сниму вам наш стол. Это патиссоны. Как я обожаю эти всякие соленья, спаржа, соленые, чеснок. Семга. Все, пришли. Мы коляску продала. Коляски нет, как видите. Сегодня забрали. Это мы пришли с детского мира. Подгузники. Так, я говорю, пакет дайте мне большой. Такие подгузники. Опять. И Захаркина еда. Вот она. Захар, ну сейчас маму ударишь. Так же нельзя. Где-то вот и Тёма есть. Вот, подгузники покупали. Это аптечные подгузники. Да, у нас смотрела на вот этот вот шампунь. От Natura Siberica. Шампунь против выпадения волос. Такой. Оленьи мох и кедровая стланика. Ну что, я варю суп. У нас, видите, карп. Обожаю карпа. Это, наверное, единственная рыба, из которой мне нравится суп есть. Больше пока вот другой. Ну, понятно, что еще и семги. Да, там, ну. Значит, здесь у меня картошка. Лук. Морковь. Не тертая, а резаная. И помидор. Понятное дело, что помидор можно было не ложить. Но я положила, потому что, вы знаете, мне всегда всего мало. Мне кажется, что это очень будет простенькое, дурацкое, обычное тогда блюдо. Может, мне напомнил, что зелень не ложи, потому что раз я помню, что всем говорила 3 года назад, что потом перестала варить и обиделась. Так его, наверное, на саму себя обиделась. Сварила семгу, все, достала семгу, почистила все вот так от костей. Ну, мясо кидала сюда. В общем, зелень в конце все нарезала. В общем, суп этот пропал. Все, пора уже кидать голову. Сынок. Как он? Ролтон? Все всегда задавали этот вопрос. Сейчас пью чай. И все равно мне тянет на вот эту вот. Ну, вот эти шарики, так скажем. С молоком. Ну, что-то, знаете, типа как... К чаю, как шоколадку кушаю. Ну, только черти что, честно, вот я сама с вами согласна. Со мной. Так, уха готова. Она написала отказ. Такая конкурент. Не миленькая. Миленькая, да. Детская комната, да? Ну иди, потрогай игрушки. Я буду садиться кушать. Так, надо скажи купить коляску мне. Я буду, скажи, дом катать. Угу. Господи, там утюг. Поиграй давай, поедем. Подвинем тут. Есть. Посидим, покушаем потом. Давай. Либо на кулик специально. Красивый этот. Ёжик. Целый день я не снимала, у меня не было силы, настроения, потому что, ну, Захарка заболел, температура 38, знаете, да? У меня вот такие эти моменты вообще нет желания, ну, снимать дитя.
что-либо снимать. Я вся в ребенке, вся... Болячки. Знаете, когда температура, и не знаешь, чем он болеет, это тоже вот хуже, хуже некуда. Целый день нет воды. Захар болеет. Не пожрать, извините, не сортир смыть. Вот все наставлено. Срачельник. Сейчас покажу, что купила, блин. Хоть не заходи в магазин. Брюсы вот такие. Взяла лакомство. Он очень любит всякую ерунду вот эту вот. Это ему с говядиной. Себе взяла. Такие никогда не пробовала. Взяла тоненькие на выход, чтобы через штаны не просвечивались прокладки, да, не пробивались, когда вот с ребенком идти гулять, по делам ходить. А дома, я говорила, самые мои любимые это вот эти. Боже, как они меня спасали в роддоме. Мне даже медсестры, кто меня перевязывал, шов, то все раз, или на кресле смотрели, они мне говорили, господи, где ты, говорит, взяла такие крутые, короче, говорит, прокладки или как. Но на них очень много денег у нас уходило. У мужа, точнее. Он собирал на кольцо, а в итоге все ушло на эту хрень. Я просто по акции взяла. Я, на самом деле они около 500 рублей стоят. Я считаю, что это очень дорого. А тут были за 250. Так, и ночью я протекаю, и я хочу попробовать с ними поспать. Должно быть мне получше в помощь. А то я утром встаю, и с меня прям ведро выливается, и все, сквозь трусы. Боюсь засрать вообще. Так, это брюса. Еще одна. Дальше. Не знаю, поедем мы, не поедем за коляской теперь, за новой. У легкого. Это я взяла мужу. И вот попить вот такой вот. Это вкус тропический. Мы такое никогда не пробовали. Круассаны. Себе взяла к чаю вот такие. Мёрнер. Черничные. Так, молоко. Мне понравилось молоко. Вот кубанский хуторок. По-моему, оно же... Вот из последних, что я брала. Бананы давно не брали. Сейчас только что Захарку я покормила. Помыла его, скупала. Потому что все равно все потные. Воду взяла. Никакой воды дома вообще нет. Это питьевая, не газированная. Не знаю, первый раз взяла этой фирмы. Усть. Быстро. Серебряная. Я не газированная. По-моему, все, девочки. И то вот это 800 рублей. 800 чем-то. Или больше. Ой, господи, еще коляска 8 тысяч стоит, пипец, еще Захарка болеет. Но жену я же за платный прием поехала, понимаете, я утром обзванивала поликлинику нашу, к которой мы относимся, к детской. Никто не поднимал, ну то есть сбрасывалась, как постоянно занято. Давай искать их не сайт, сайт у них не работает. Не знаю, полгода назад я работал до года, я помню, как, почему, что случилось. Ну, в общем, я считаю, они, по-моему, после года не любят, когда их вызывают домой. Тем более с герпесными ангинами. Я так понимаю, герпесная ангина теперь это будет наша проблема. У меня педиатр спросила, у кого герпес передался ребенку. Я говорю, наверное, от меня. Потому что я говорю, всю жизнь мучаюсь с герпесом. Она говорит, вот ребенку передалось, и теперь очень долго у него будет вылазить. Вот его локация, это горло. У Захара у кого-то бывают аденоиды, нос. То есть все что угодно, она сказала. Ну, понятно, что губы. И когда пройдет, неизвестно. То есть она, вот сама педиатр говорит, у меня, говорит, то же самое, да, в горле было. Я, говорит, мучилась герпесными ангинами. И, говорит, до 16 лет. Она говорит, как помню. А потом, говорит, я просто что-то как перестала обращать на это внимание. И все. То есть, представляете, вот, пожалуйста. Я же говорю, поэтому, возможно, это теперь будет наша проблема. Увы. Сейчас ему панавиру горло брызнуло. Сейчас ухон поел, вчера ел, сегодня поел. Сейчас. Вот, Брюс, ну, пожалуйста. Что хотела сказать? Ты вот, котяра, не сбивай меня с толку, пока есть мысля. Вот сбил. Одеваюсь, короче, вызываю такси. У меня шнурки порвались. Что, какие-то тапки допотопные доставать.
пыли все. Кыш. Теперь надо опять список. Я обычно, когда что-то даю, сама себе, это мое, вот, опять список вешать и вести список лекарств. Вот. Как обычно. Меня же кот перебил. Уже не помню, о чем говорила. Говорила про Захара. Про то, что у него герпесная ангина. Хотела вам рассказать, как я поняла. Тяжело ли понять. Иногда сами врачи, да, не любят, когда некоторые вопросы спрашивают. Вот. Тот же герпес, да, который никто не может, не знает, лечить. Как-то так. И этот... Ну, вирусы, они все неизлечимы. В общем, как я говорю, где мы его вот подцепили, как воздушно-капельным или что? Она говорит, что вот такая вот фигня вот у этой именно горлового этого герпеса, что... Что значит... Именно вот то, что солнце попадает на ребенка. Нельзя, чтобы ребенок нагревался прям сильно. Сразу привела пример, что вот, например, на море поехали, на пляже загораете, и что, скорее всего, поднимется сильно температура, вылезет герпес у вас там опять. Хорошо, хоть предупредила. В общем, так объяснила, что это из-за солнечных лучей. Вот так вот. Кто бы мог подумать, да? Не, ну я слышала, что даже губной герпес у нас от солнца вылазит. Мне кажется, ему превинар сделали неделю назад, у него упал иммунитет, вот и все. У Захарки, мне кажется, так. Всякую, извините, за жену хуйню колят. Помидоры настоящие, огурцы настоящие. И особенно я трясусь от помидоров. Не могу. Какие же они классные. Снимала бургер с ногами. Так что. Брюш покрутить. Я все-таки решилась. Я же не кручу его из-за того, что у меня кисти. Вот. Ну, поправляюсь, то все, блин. Я всю жизнь обруча крутила. Он не дает мне покрутить. Если прям под обруч лезет и все. Сейчас вот эту буду снимать, а то он пипец. Он. Видите, я, ну как, жалела его, не снимала. Ему уже года два, если не три. Фух. Напоминаю такой, знаете. Как... Короче, блестит, конечно, блин. Пипец. Ну, зато радость. Здесь я вещи опять достала уже из летних выкидывать. А здесь, не знаю, племянницу мы уже отнести. Но мне кажется, не надо смеяться, может выкинуть. Тут вот если юбку там ей дать. Она все равно нам ничего не оставляет себе. Пойдем мы завтракать. Вон висят. Вчера повесила ночью перед сном. Не хочу ничего одевать. Я поправилась сильно. Особенно ноги. Живот висит. Смотри, бубух на ножке будет. Еще пропылесосить надо, а то. Мой завтрак. Диск должна быть колбаса, но у нас она закончилась. Потом остатки салата, чай с лимоном. Одно яблоко больше не было. Груш там, ну, штуки три. Бананы и апельсины, и йогурт один. Вот такой клубничный взяла. Захар ест, конечно, йогурт взрос. Когда Захарке полгода было, да? Из-за того, что я уже Захарку прикармливала. Вот. Ну, в общем, мы шли.
Вот, получается, когда там, не буду считать, девочки, короче, недавно же грудную вскармливание завершила, и вот сегодня у меня первые месячные, да, пошли, или то, что я обруч крутила, но это, будем надеяться, то, что это вряд ли. Причем у меня болезненные месячные, как до родов, сильно все болит, такого у меня уже за 2 года не было такого ужаса, вот. Не могу найти обезболивающее. Нурофен есть, но Нурофен я никогда при этом деле не пила. Пила всегда кетарол. Кетарол найти не могу. Нурофен. Мужа, когда зуб болел, он его забрал. Нету его. Засада. Заодно еле стою, сейчас в обморок упаду. Заодно это витамин, тут какие-то селены, элкарнитин. Везде нет этого элкарнитин суд. Господи, это таблетки. Я пропила, смотрите, здесь всего сколько. Вот я пропила. Вот целая. И вот я пропила. Уже из этой серии вот это выкинула. Траумиль выкинула старый. Малокс мини выкинула. Клюквенный монстр, мне кажется, что сюда повыкидывают. Рутукан, Тауришка, Зодок, Захарки, зубные пети, мои витамины от нервов, Рокс, гель, фигня, которую я сейчас пью, Назанекс, Гипохол, гомеопатия, это желчное пила при грудном вскармливании, но не смогла на нем продержаться, потому что все болело, и все равно пришлось лекарства принимать, которые выписали. Я ищу кетарол. На самом деле я ищу кетарол. Не могу найти. Сумка Серила. Тяжело стоять не могу. Это Захарки ацикловир выписали. Так, это что? Найс. Можно попробовать выпить найс. Я от неврозов перестала пить, совсем забыла. Кофетол. Тоже нежелчный. Метрозол. Нету здесь этого. Пойду прочитаю. Про Найс. Где вода? Что надо что-то съесть. Чай с сыром попью. Дома ничего нету. Покупаем. Вот это мои любимые. Они очень вкусные. Покупаем, да, скажи, Катя. Покупают постоянно. И жрают, скажите, все. Выпила Найс, чуть полегче стало, но все равно тянет. Блин, хоть бы ничего там, если не повредило, потому что мало ли, да? Вот. И стоит салат остаток. Фруктовый салат, 2 банана осталось, чуть-чуть груш. Блин, я хочу себе фруктницу какую-то приобрести. Когда уж я это приобрету, я не знаю. Я в перекрестке увидела нашем. Но она мне не понравилась. Что-то там вроде бы 300 рублей, но мне не понравилось. Я решила, что я нужно что-то готовить мне хотя бы. Я уже, знаете, мне надоело о ком-то думать. Картошку кинула, вон они, половинку разрезала, помидор кинула, порезала морковку, лук, видите, вот тоже половинку лука, и я еще эту половинку напополам. Сейчас еще чеснок один зубчик кину, и бедра размораживаются. И сейчас их еще, и все, и на бульоне. Нет, ну, пожалуйста, имей совесть. Ну, ты же видишь, тут еда стоит. Бедра. Не знаю, почему я люблю эти окорочка, то есть, когда бедро с ножкой. Чего у нас там? Ой, скорая помощь едет. Ты съел, у тебя тут целый этот был жидкий корм, уже сожрал. Как растет, красота. Эти как растут. Красавчик.
Чего ты пищишь? Носки мамины фу грязные, на улицу носила. Давай будем прощаться с девочками. Завершим на этом влог. Начнем потом другой, да? Давайте, пока-пока.